Морская Америки? Блин, у нас Борис такой себе. Кто куда врывается, парни? Кот, давай придумай, как мы будем давить. Мы будем давить каждый на три точки или вдвоем кто-то продавит боковую линию? Борис сложно, наверное. Да. Да. Как бы. Борис в лучшем случае занейтралим. То есть да. Можно это или Федор продавить, или продавить сразу же, ну, в принципе, можно Анну, но это слишком тяжело из-за города. То есть, если... Мне кажется, они будут Дмитрий давить. Анну тоже сложно. То есть лучше, наверное, как бы Федор, да, а Дмитрий Борис. Борис нейтральный, Дмитрий наш там, ну, как обычно. Угу. Хорошо, давайте так, вы вдвоем пушите Федор, да? А потом переключайтесь на Анну в случае успеха. Кто-то из вас, например, кот, задефиш Дмитрий на 50% поинтов. А я займусь 50% на Борис и 50 на Дмитрий. Я держу Елену и вроде бы все. Может, там не нужно слишком много поинтов. Что, на Федор врываемся? Да. Я на Федор поставлю машину. Хорошо, с меня Елена машинка. Валентин, с тебя машинка на Дмитрий. Хорошо. Знаете, парни, у меня есть дикая мысль. Нельсон, у тебя есть РБТ? Нет. А что у тебя есть, если есть бомбера? Этот, Су-22 двухтонный. Давай я беру Ми-24К, врываюсь сюда, а ты под него бросаешь. Как тебе такое? Мне кажется, там вертолеты, наверное, будут. Ну, не знаю, сейчас, секунду. Так, 20 секунд, Нельсон, давай быстрее думаем. Не, давай обычно. Это, ну, как-то прохладно, мне кажется. Вот. Я взял тебе этот танковик ПВО на... Кот в сапогах. Ты свою пехоту хорошо, на маркер Defense. Желательно на тот левый. Не надо там разведку, кот. Смотри, чтобы по колонии не прилетел. Летит F1. 2 F1. Пах, тигр. С услугам,
Конечно, хороший разведчик, мертвый разведчик. Орудие к бою готово! И Дмитрий давит. Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. Какие будут приказания, сэр? Это будет честный бой, сэр. Или очередная охота? Выкладывайте. Короче, я в правый лес отступаю. Там бомбить надо левый. Так, вы справа, начинайте атаковать Анну. Надо Дмитрий отбивать. Сейчас будет, я занимаюсь этим. Это Робич, такси, такси заказывали. Быстрее, Шакер. Летит что-то этим, с ракетными блоками или что-то. Ставь ком на Борис. User joined your channel. Такси. Всем привет. Кого вам надо отвезти? Привет. Кого вам привет. Надо отвезти? Все, теперь давайте прямо на Борис. Не, на Борис не нужно, я там сейчас сам разберусь. Укрепляйте, хорошо. Мы тогда тут будем мощнить дальше. Блять, парни, какое жало офигенное, это просто мне нету слов. F1. Нужно нам организовать ПВО. Я сейчас минус 29. Займите вот здесь вот эти леса, чтобы давить на Анну потом. Без нас вы были бы слепы. Вам нужна лишняя пара глаз. Нужно пробраться в тыл врага. Что-то
сделаем это по-своему. Приближаемся. Короче, я пару кубов сейчас вызову, наверное. Пар 2-4 стоит. Да, для него сейчас не 27 путем. Такси, такси заказывали. Лучше не ждать наших методов. Да ладно, ну какой детрейкет, ну блядь, ну почему именно сейчас? Пиздец. У меня вчера, знаешь, что валь было? Что? 2-90 в чистом поле встали без гусениц. На развертывание. Вас, Дмитрий, выбивают. Да нормально. User joined your channel. Отправляемся. Проблемы. Вы со мной говорите? Хуже разведка на Дмитрия. Нужно срочно сбить вот это дерьмо. Ну, по нему не попадает вообще. Да, но еще невидимо. Рубите атаку, бойцы! Если мы можем попасть во врага, то и он сможет. Они комп поставили. Так,
Почему я сейчас бомблюсь по этому дерьму? У них ком где-то здесь, у парня. Можете вызвать сюда подмогу? Вы со мной говорите? Да, вызываю. Останови ГРУшников, Ашмин. Это очень важно. Ну, блядь, ну как ты? Пиздец. Не, парни, все, давайте на Дмитрий. Вы вдвоем занимайтесь Дмитрием, а я буду Борис бывать. Они нас заметили! Надо чем-то отбомбиться, Нельсон, на Дмитрия. Не, это печально, сейчас Дмитрий выбьет. Валентин, если не поможешь, нам Дмитрий выбивает.
Мне переключается полностью на Дмитрий. Да, все нам надо. Ну ты, Борис, не выбьешь. Ну окей. Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. Есть кассетки? А у них кому тут? Тут к нам зашли. Это наше небо. Это есть смерч, Валентин? У меня нету. Нельсон, у тебя есть что-то смерть наподобие смерча? Нет. А есть бомбер? Вилками КПЗ кидаю. Под сапога. Водит, все нормально.
Парни, похоже, это ГГшка. Да, согласен. Ну ладно, пишем. ГГ, давайте новую партию. Что-то пошло не так.